Итак, 10 секунд, и у нас 3 противника. Хотелось бы еще одного, но, к сожалению, не удастся. Наверное, я все-таки не буду в этот раз сильно время уделять гонкам. Займемся мы все-таки рисованием винила на ней. Конечно, 12 секунд. Ух ты. Что-то я не просмотрел. Погоня остановлена. Код 6 задержан. Оцепите место происшествия. Сообщите, если нужен эвакуатор. Увы, не доехал. Ладно, получим 6000. Свалим. О, беглец. Классное достижение. И 6000 мне в карман. Ну, давайте чисто наугад. О, таран. Ну, по второй гонке мы участвовать не будем, потому что мы на нее не успеваем. Итак, давайте мы все-таки перейдем в категорию винилов. О, что, чиниться, что ли, надо? Эх ты, блин. Ладно, давайте починим автомобиль. И перейдем в модификацию. Хотя, нет, давайте по-другому сделаем. Давайте сменим наш автомобиль на другую ТТшку. Ой, ТТшку говорю. На вот этот готовый уже автомобиль.
И посмотрим, как с чего начинался у меня капот. По-моему, он начинался с щита. Но я этого уже не помню. Сейчас мы вниз перейдем. Да, так и есть. Вначале был щит, потом была еще какая-то фигня. Так, то, что щит был. Ну, значит, щит, потом та-та-та-та-та-та. А что так много квадратиков? Что-то квадратиков так много. А, у меня там получается крыша, что ли? О, это я крышу делал. Так, понятно. Но нас интересует только вот этот капот, поэтому и мы сейчас и займемся. Но у меня такое сочетание винилов, положение точнее, потому что делалось все в другом порядке. Поэтому так и получилось. Но мы будем делать капот вначале. Не, ну такой вариант тоже нам не подходит, конечно. Что-то я намутил неправильно. Ай, не буду с тобой мучиться, возьму заново просто. Здесь проблема в том, что, как видите, по границам, здесь сам капот, вот он, вот она граница. У нас там граница немножко поставлена по-другому. По-моему, поставлена... А почему там, кстати говоря, она поставлена-то? Ну, нажмем сохранить пока. Потом отредактируем. Давайте посмотрим нашу границу. Как она стоит. Если делать черный, то это будет не сильно выделяться. А вот если делать другой цвет, то это будет очень даже и заметно. Так, стоп, одну секундочку. А, точно, тоже не видно ничего. Надо цвет поменять.
Как я так умудрился сделать это? Это как я так сделал? Что-то даже самому интересно стало. То есть вот она, граница винила, вот этой маленькой тоненькой линии у нас идет. Или как? Ё-моё, разгадай загадку Мека. То давайте пока оставим такой цвет, сохраним его, пусть она стоит в таком цвете, чтобы можно было просто посмотреть на границы винила. Как видите, работа все-таки это тяжелая. Надо бы хотя бы сделать какую-то ее часть. Так, вернемся на базу, сменим автомобиль снова. Как видите, Nissan Silvia у меня, кстати говоря, тоже уже черная вся. И тут тоже ультраподвеска имеется. Бегает довольно быстро. На ней, помнится, был винил. Винил, скажем так, непридуманный. Я даже, кстати, его не знаю, как, если честно. Давайте мы попробуем сменить и цвет на красный. Это меня белый смущает маленько. Выберем красный и где-то вот такого оттенка примерно. Меня не интересует граница, это будет или хром. Я буду просто хочу выставить вот эту вот штуку, так как там и есть. В это, безусловно, трудно поверить, но я не помню, как я делал этот винил. Ну да ладно.
А хотя нет, вроде в сталках и хотелось бы. Ну давайте вот так его оставим, вроде как совпало. Ну, ну да, что там. Так. Выбираем цвет черный, как и на оригинальном. Нам нужно будет выбрать из форм прямоугольник. Делаем его раздвоение и выбираем цвет. Надо выбрать, найти 60 и поставить ему цвет. По-моему, такой там стоит, 100 на 50 или 100 на 40. Ладно, оставим такой пока цвет. И давайте поработаем с его формами. Я подгоняю его вот этот под полоску, по-моему, подгонял, чтобы все было ровно. Нет, неправда я говорю, я не делал, поэтому. Значит, нужно сделать их тоньше и подальше. Окей. Сейчас исправим. Но перед тем, как я это буду исправлять, я все-таки посажу ее, чтобы у меня так не прыгало, а то у меня глюки уже начинаются. Что там машина шире, это поуже будет. Хотя они одинаковые, в принципе.
Так, давайте зайдем в магазин запчастей и сделаем небольшой, ну, так сказать, апгрейд. В инвентаре и идем в низкая подвеска. Вот обратите внимание, сколько у меня ее. Прям так и много. Так, делаем низкую подвесочку ей и все. И настройка закончена. Да. Сейчас мы с вами сделаем две полоски и, наверное, на этом закончится наша серия. Третья серия. Дальнейшее продолжение будет уже в четвертой серии. Давайте с вами закончим ее по-быстрому. Давайте-ка сверимся с образцом, потому что вроде как подогнал. Вот верите, нет, сам делаю по образцу, потому что, откровенно сказать, не припоминаю даже. Зачем я так низко посажена, почему? Что за ерунда? Так. Так. Так, вот я вижу эту полоску, мы сейчас по ней сделаем. Так. Нет, есть вариант попроще. Что-то я забыл совсем про низ. Так, вот, обратить, вот у нас вот такое вот расстояние между ними. Угол, в принципе, совпал. Сейчас мы это расстояние сделаем и наложим еще один рисунок. И вот сейчас мы наложим еще один рисунок. Вероятнее всего, часть будет очень длинная, точнее серия. Вот она. Цвета, в общем, подгоним позже.
Сильно низко опустил. Надо чуть наверх. Зона 1 пусть будет потемнее. Да что ж такое? Чего у меня не получается соотношение? Это нормально цветов. Так, вот сейчас можно подогнать. Немножко, точнее я немножко накосячил и, скажем так, даже очень-очень грубо. Ну, в принципе, это поправимо. Надо будет еще немножко разобраться, как я это сделал, и потом уже более детально разобрать конструкцию в следующей части. Ну а на этом мы пока что заканчиваем. То есть мы немножко нарисовали на капоте винил. Говорю немножко, потому что это факт. Даже примерно вот так можно сделать. По цветам пока не сходится еще, но мы это с вами сделаем немножко позже. Мы немножко поговорили с вами о нашем, так сказать, недалеком будущем, обсудили одну из современных тем, и вот это так. Конечно, в серии вы ничего нового не узнали, в принципе, но так как мы отвлеклись от темы, я не смог сказать самого главного. То есть мы не занялись винилом как таковым. Ну, займемся в следующей части. Это будет конкретно. Мы будем заниматься только винилом. И ничего другого и уже не по теме не будет. Что ж, ну на этом мы, пожалуй, закончим нашу настройку на сегодня. С вами был Стил. Увидимся в следующей серии. Пока!